Всем привет, с вами Дэрил Винзер, и сегодня мы продолжаем игру Трайн 2. В прошлый раз, пытаясь спасти свое королевство, оказались втянуты в хитросплетение тайн и интриг. Следуя за неуловимой тенью Изабель, герои прошли через зеркало Розабель. Шагнув в портал, они вдруг ощутили жуткий холод, пронизавший их буквально до костей. Так, в прошлый раз мы лазили по канализации с кучей кислоты, опять были головоломки, все такое, и прошли через зеркало Розабель, как и сказал рассказчик. Очень благодарна вам за убийство короля гоблинов. Теперь отдайте мне тройку. Не получится, даже если бы мы захотели. Она связана с нами. Ясно. А где ваша сестра? Бедняжка Изабель. Боюсь, что ее чары разрушили лес. Но если вы отдадите мне артефакт, я смогу сделать все, как было. Нет, мы пойдем с вами и сразимся с ней вместе. Боюсь, что это невозможно. Темнеет. Так, и кто тут у нас? Приключенцы-истребители гоблинов, запертые в наших подземельях. Вам не выбраться отсюда, пока я слежу за вами. Тогда давайте уйдем с его глаз. Да, есть идея. Куда они подевались? Нет! Беги! Вот козлина, а? Серьезно? Господа, вы мне надоели. Все это само ко мне прилетит. Там тупик же вроде. Нужно выбираться из этого места. Уж не знаю, где мы. Да, и выяснить, что вообще происходит с Розабель. Это Изабель. Всюду выращивает деревья и растения. Но зачем? Может, она просто свихнувшаяся злая ведьма? Но ведь это Розабель поймала ее и где-то заточила. Принцессы должны быть добрыми и милыми, а не вырывать друг у друга волосы и не уничтожать свои королевства ради короны. Это, конечно, логичный парень. Мне интересно одно.
Надо думать. Вот бомба. Ага. А теперь мне надо решить другую проблему. Все, вот она логика. Заледеневает сразу. А, размораживается. Тайник, что ли? О! Одна, видимо, морозит, другая выращивает. Обе колдуньи. Других объяснений я не вижу. Нет! Нет! Подожди. Рано еще туда. Скатывается. Все, можно катиться. Черт, что это было? Как это было? Думает, от взрыва спасет. Пока сюда. Ой, нам было проще, наверное. Воинам, наверное, было бы проще их всех убить. Истреблять. Тарямба. Ай! В чем тут прикол? По лестнице разморозить может. Ага. Вроде нельзя разморозить. Нет, нельзя. Она сама работает. Я взорвется. Зря. Ага.
Есть. Ну, куда ты, а? Ай, господи. Да чтоб тебя. Да ё-моё. Вот. Это точно хватит. Йо, что это? Тут ловушки. Ломается мгновенно. Очка. Вот сюда я хотел скачать. О, ну-ка. Что это гравитация делает? Ну-ка. О, это круто. Здорово. Пузырь какой-то. Подожди-ка, проверка. Нет, не то. Сейчас проверим, что это даст. Оно их замедляет, короче говоря.
повезло мне. У меня будет гадина в натуре. Как это понимать, а? Обманул всех. Да, льдинок, конечно, ого-го. Мало крутится. Мне конец. Что тут, сокровище, что ли? Да вроде ничего нет. Погнали вниз. О, чувствую, тут будет жарко. О, нет, я как будто снова в кузнице. Давай обратно. Мгновенно ломает. Нет, она прям тает. Здорово. Для вот этого прохождения мне только бочек с дымитом не хватало. Честное слово. Так вот. Как ее направить? Ее надо как-то направить.
Надо как терминатор. Точно. У меня есть идея. Зря же мне эти бочки дали. Так. Чуть не поджег. Здорово. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Все плохо. Короче. Раз, два, три. Сейчас мы тут построим абзац. Так. Раз, платформа. Сколько бочек можно всего? Три? Ой, господи. Короче, одну бочку оставляю. Жаль, что она круглая. Это плохая идея. Две бочки. На них платформу. Платформу. Как-то вот так. Еще одна платформа. И вот ее надо. Все. Да ё-моё. Короче. Тут еще в край же можно поставить. Первое, короче, все правильно было. То есть, то, что я поставил ящик. Так, дальше я поставил платформу. Что такая тяжелая бочка, а? Дальше я снова поставил платформу. Бочка стоит. Только она какая-то не длинная. Зараза! Короче, все заебало. Край. Сука. В натуре нельзя поставить.
Ну куда ты, а? Наконец, не прошло и года. Иди. Нет, Арт, все-таки. А вот это я где-то видел картинку. В первой части, что ли? Столько минут потратил на эту дрянь.
Бочки, бочки, бочки. Старые кулечки. Да. Подготовленка смерть. Так, ладно. Ладно, ладно. Это все приделанное. У нас без смысла что-то не попасть. Да блин, а! Хоть по новой подыхай. Хоть снова. Так.
Ладно. Фиг с ним. Все равно не пришлось бы. В смысле, а? Да как уж там-то, а? Контрольная точка. Только что активировали. Появилась. Я не понимаю. В каждой игре есть недоработка. Вот доработка. Недоработка номер один. Прямо раздражает. Бесит, ничтожно бесит. Собака. Как специально мне не зло. Это что за дрянь? Нет. Он вообще туда попал. Я сюда попал. Что я здесь делаю? На кой черт я здесь? На ту сторону этот прибил. Вторая не прибился. За что-то зацепилось. Ну опять я там же буду, а? Никаких каталочек.
стало. Все, надоело. Так. Редкий лед. Моим молотом такой не расколоть. Так, еще понять, что это за портал. Вот далеко. Далеко. Вот. А, точно. Точно не расколоть. Не расколоть. Есть вариант. Ага. Угу. Вот так. Лето прошло, с ним уйдут до поры солнце, цветущие алые розы, шелест травы и июльские грозы. Осень зажжет ярких листьев костры, скоро зиме в свое право вступать. Землю скуют ледяные метели, жизнь упокоится в снежной постели, чтобы весной возродиться опять. Красота! Так, теперь самое главное. Куда мне с этой трубой тащиться? Им нужно было растопить лед. Все, понял. Доперло. А там чем успех ушел. Раз бы так сказали. Сейчас мне главное понять. Блин. Не то сделал. Можете. Докуда можно спустить? Что это было, я не понял, но ладно. Попробуем. А, он вытекает отсюда. Он отсюда вытекает. А отсюда будет втекать, получается. Просто как лёд. Теперь понял, зачем труба нужна. Пошел. Здорово. Но тут проще было вот так вот сделать. Вот так. Все.
Так, ладно, погнали. Все. Ай, повезло. Нет, это не выступ. Так, новая записка. Дорогая Изабель, для нас обеих будет лучше, если ты пока побудешь здесь. Я собираюсь стать королевой. У меня это выйдет куда лучше, чем у тебя. Не пытайся сбежать, а тебе здесь позаботят. Прочтя письмо, герои поняли, что произошло с королевством. Розабель заняла место Изабель и стала кронпринцессой. Но что-то пошло не по плану. И в итоге королевство пришло в упадок, после чего его захватили гоблины. Чёртова колдунья! Я заколю ее, если она смелится снова явиться к нам. Моё-моё. Ясно. Да что ты так рано прыгаешь, а? О, мамонт, что ли? Опять вы так заколебали. Все. Затащил лучница, молодец. Молодчинка. Этот ледяной склон нас всех угробит. Проверка. Не видать что-то. Закрыли. Вот она магия. Только вот что-то есть. Кажется, что ли? Кажется. Там пропасть, наверное. Скорее всего. Куда мы прошли?
ледяной гоблин, что ли, или как его назвать? Блин, как сложно это сделали. Подвесили прям наверх. Ничего нет. Еще выше. Да ё-моё. Спасибо. Там ничего нет. Кстати, гоблины захватили даже не только страну крон королевы, но и дорога кончилась. А вниз лететь долго. Что там? И как деревья вырастут? Помоги мне, деревья, вырасти длинные и прочные ветки, чтобы я могла пройти. Кто это сказал? Она заставила дерево расти. Как по волшебству. Помогает, видимо. Так. Всем, кому понравилось видео, ставьте лайки. Герои выяснили, канал. Что Изабель и Розабель действительно сестры. С вами был Дэрил Зюзер. Всем пока. Путешествие...